Вот моя новая развивающая игрушка, которая называется игровая полянка. Ясь, что здесь такое на полянке можно сделать? Покажи, как ножками можно ходить по полянке. Что это такое? Поляночка. А вот это что такое? Трава. Это трава. Какая она? Мягкая. А какая мягкая. А вот здесь, вот куда это мы с тобой пришли? Бульк? Прямо на площадку. Нет, это не площадка. А что это такое синее? Море. Это море. А это что такое в море? Бульк? Камень. Нет, смотри-ка, что это такое мы достали на берег из моря? Давай еще разок постанем. Давай еще разочек. Ай, по бережку. Ай, какая холодная вода. Ай, водичка холодная. Ай. Да нет, она тепленькая. Ой, ну ладно, ножки привыкли. А потом сразу на травку мягенькую побегать. А это мы достали с тобой, Яся, ракушки. Ой, пойду-ка я. Ой, вот здесь вот лучше побегаю. Что это такое у нас с тобой? Цветочки. Да, такая полянка с цветочками. А вот здесь что растет? Нет, это улей. О, это улей у нас здесь с тобой? Ничего себе. Ой, посмотри-ка, цветочки-то у нас с тобой. Что с ними можно сделать? Яся, посмотри. Опа! Цветочки можно снять? И останутся у нас с тобой только улей, что ли? Кто это тут ползает по клумбе? Кто это? Это так можно сделать. Да, это я смотрю, что вот здесь вот такая... Ай, ужалить меня может. Кто это? Псина. А это? Букашечка. Букашечка. Можно их и открепить. Нет, открепить нет. Они здесь очень хорошо ползают. Это их домишко. Зато можно подобрать цветочек. Какого же цвета цветочек вот этой вот желтенькой пчелки? А ты наоборот переверни. Желтенькой пчелке какой цветочек нужен? Вот такой. Такой вот желтенький. Сейчас я тебе помогу. Давай, нужно вот так вот ровненько сделать и в дырочку. Нет, нет. Бжжж. А где мой цветочек? Розовая говорит. Переверни мой цветочек. Вот так вот. Залезай. Она как пуговка застегивается. Оп. Все, божья коровка села на розовый цветочек. А мой цветочек где, говорит, красная божья коровка? Переверни. Ура! И посмотри, как пуговка. Мы будем с тобой потом учиться пуговки застегивать. Давай дальше пойдем. А здесь куда мы с тобой идем? Ой, какая колюченькая. Ой, что это такое? Ой, да, крапива. Ой, это крапива такого цвета. Ну тогда давай пойдем с тобой по дорожке. Какого цвета камешки? А там долонга. Здесь грядки мы с тобой. Ой, на грядках ты что выросла? Посмотри, что это, Яс? Ягодки. Ой, какие же вкусные ягодки. Ой, какая вкусняшка, иди скорее. И вот он. Ну-ка, кушай ягодки. Ой, кошечка. Тут ходит вот здесь. Здесь кошечка ходит прямо по грядкам. А по дорожке кошечка может пройти? Пробежала моя кошечка. Пробежала, давай чья быстрее. Догоняй меня. Догоняй. Иди ко мне. Мяу, мяу. Я убежала от тебя. Убежала у тебя по белым камешкам. Убежала по белым. Ой, на мягкую травку. Такая немножко колюченькая. Я здесь буду спать. А это? А это у нас с тобой грядка. А это? А это тоже грядка. А это? На них еще ничего не выросло. Посмотри, потому что весна ранняя. А вот здесь вот уже показалась травка. Маленькая такая, пушистенькая. Здесь ягоды показывают. А там уже ягоды. Когда у нас с тобой ягоды вырастут? Сегодня. Немножко подождать надо. Летом ягоды вырастут. Вот какая у нас классная с тобой полянка получилась. А еще где такая? Какая? Ну, грядки. Понюхай цветочек. А я не могу. Не можешь понюхать? Почему? Оп. Все, у нас с тобой оказалось цветочки отдельно, а тут кто ползает по грядке? Здесь... Мягенькая какая. Это я распакую, а это можно убрать. А
Поэтому она убрала. Все, цветочки сорвали. Можно букетик для мамы, да? Маме букетик подарить из цветочков. Это это все, спите здесь, букашки. А это какого цвета букашка, скажи мне? Красная. Красного. А это какого цвета букашка? Желтого. А это какого цвета букашка? Розового. Да, а вот море какого цвета? Синего. А травка какого цвета? Зеленого. А бережок какого цвета? Желтого. Да, вот эта вот грядка колюченькая какого цвета? Серенькая. Серенькая. А вот это какого цвета грядка? Темная. Темная. А какая? Черная или коричневая? Коричневая. Коричневая. А вот это какая? Бирюзовая. Нет, бирюзового здесь нет. Это светло-коричневая. Наверное, это темно-коричневая, это светло-коричневая. А ягодки какого цвета? Красные. А ну-ка посчитай-ка, сколько здесь ягодок. Один. Дальше считай. Два. Дальше. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. 12. Ура, посчитали. А теперь посчитай, сколько здесь букашек. Говори. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, 4-5 улетели. Здесь остались только 1, 2, 3. А 4-5 они прямо в небо. Прямо улетели. Нравится тебе такая полянка, Яся? А сейчас вот тут. Есть интересного. А еще интересно, посмотри, как полянка можно. Сейчас мы ее с тобой закрутим. Посмотри-ка, как интересненько она с тобой у нас закручивается. Вот в такой вот рулончик. Ой, а здесь ты на обратной стороне. Сейчас мы с тобой посмотрим, что у нас. Давай повернем на другую сторону. Посмотрим, что у нас здесь на другой стороне. Ух, здесь какие у нас с тобой цветочки. Красивые, большие. А с другой стороны? А с другой стороны наш с тобой коврик. Можно его собирать вот так вот, посмотри-ка. Опа! Нет, вот так вот, смотри-ка. Мы с тобой его превратим сейчас в прямоугольничек. Опа! И сейчас. И распаковывать. Опа! Опа! Все, полянка наша готова. Отличная полянка. Нравится она тебе? Все, все ягодки собрал малыш.